Купил 2 килограмма горчицы. Вот такой вкладыш в пакете. Норма 300-400 грамм на сотку. В общем, сейчас один пакет разделяю на 3 части. И это будет вот как раз таки одно ведерочко засыпаться, на сотку раскидываться. Как раз будет выходить где-то 330 грамм. Ну, не знаю, посмотрим. Это я делаю. Засеивать буду в первый раз в жизни вообще. Огород увидит сидираты. Вот, как-то так. Ну что, фасую. И погнали испытывать аппарат. Разделил на 3 части. Не по весу, чисто на глаз. Все равно это все в землю засыпать. Ну, не знаю, так мне захотелось хотя бы понять и видеть, да, как мне настраивать вот этот аппарат. Вот. Сейчас мы разберемся с этим. Все. Берем шуруповерт, ведерочко, аппарат и на огород. Итак, друзья, одну баночку 330 грамм примерно раскидал на вот этом участочке, куске. Вот так вот от края до межи у меня 10 метров, 10 шагов получается. Также я отсчитал по меже и вот натоптал такую линию. То есть получился такой квадрат 10 на 10. Ну, примерно, плюс-минус. Вот, и на этом квадрате раскидал вот эту вот одну дозировку, будем так говорить. Потому что я не специалист, это делюсь впечатлениями, мужики. Испытал аппарат. Работает офигенно. Просто капец. Раскидывает. Ну, не знаю, как вам показать. Сейчас так затеню солнце. Вот она лежит. Я думаю, будет видно. Вот эти вот желтенькие горошинки. Пойдемте дальше. Так, вот сейчас тень. Ага. Вот они. И они по всему участку, мужики, равномерно. Как бы так. О. По всему участку. Нарезал здесь круги, чтобы эту баночку всю раскидать. Не заходя. Ну, видно, как она летит. Не заходя за ту линию. Также отсчитал еще 10 шагов и также ж натоптал вот так поперек еще одну линию. То есть получился еще один квадрат для другой баночки. Вот как-то так. Сейчас я это поставлю. Вот штатив принес, на солнце не видно, да? Вот стоит. Сейчас поставлю, покажу, как это происходит. Аппарат работает просто шикардос. Я не думал, что он будет так работать. Дозировочка соблюдается. Выставил сколько надо, чтобы сыпалось. Раскидывает. Единственное, на малых оборотах их мало, на больших их много. Кнопкой регулирую. Выставил нужное вращение. И все. И этого достаточно. Вот. Как-то так. Ну и заделаю боронами, когда уже раскидаю ее полностью. Возьму тракторок, поставлю баронки. И все это заделаю бароной. Вот. Дожди не знаю. Обещают. Ну, возможно, я ее пролью. Поставлю поливалку. И весь этот участок пролью. Проливать буду ночами. Чтобы днем очень жарко. Температура сразу воду не испаряла. Вот такие у меня есть мысли. Да, хотел заснять, как это дело все раскидывает. Ну, наверное, не получится, потому что одной рукой регулирую, держу шуруповерт и регулирую вращение. Другой придерживаю ведерко. Ну, а бегать рядом со мной некому. Поэтому вот поставлю камеру на штатив,
Вот и со стороны, мужики, со стороны покажу. Ну, по-другому никак, никак не получается абсолютно. Так, здесь закрываем до упора, чтобы она сразу не сыпалась. И вот баночка, высыпаем ее как раз на сотку. Друзья, ну найдутся, конечно, специалисты, которые скажут, этого мало, надо больше. Но я повторюсь еще раз, я никогда не сажал ее вообще в своей жизни. А вот отсюда и начнем. Отсюда, мужики, и начнем. Открываем и слушаем, пока она начнет сыпаться. Там по металлу вот здесь она будет грохотать. Ну а дальше уже слышно, да? Мало, мало открыл. Во. Так что, друзья, строго не судите. Это мой первый опыт. Всем, кто подсказывает, огромнейшая, мужики, благодарочка. Вот. Сейчас пройдусь по краю, чтобы на дорожку сюда не летело. А потом уже по участку. Все, открываем дозатор и погнали. Прям вот видно, как оно вылетает и куда летит. Вообще офигенно. Вообще, мужики, офигенно видно. А ведерко поворачиваю просто. Оно меняет направление. А шуруповерт там на месте. О, на тракторе управляю. Так, вот здесь сбавим скорость от соседа. Остается еще участок, я перекрою вот здесь вот, где линию намечал, и еще хаотично, вообще хаотично так по всему участку досыплю. Тут осталось несколько громулин. Все. Что не высыпалось, можно высыпать руками. Делов. Я не знаю, вот обалденно. Обалденно. Что тут времени прошло, я не знаю, мужики. Тут капец. Все, сейчас переходим дальше. Ну вот и все. Осталось здесь ровно две сотки. Потому что я знаю. Все, завтра докуплю еще одну пачечку. Сюда засею и пробежимся баронками.
заделаем ее. Да ну куда ни посмотри, везде горчица. Ну что, аппарат испытан. Прям вот на ходу вот так вот вращаю его, хожу заверх, держусь, придерживаюсь и меняю направление разбрасывания. При этом шуруповерт даже не сдвигаю с места. Дозировочка работает так, как надо. Оно слышно, когда начинает сыпаться. Сколько добавить, сколько убавить. И все. В общем, вещь годная, рабочая. Я доволен. Ну, там уже показывать не буду. Принцип тот же самый. Единственное, покатаюсь на тракторке с боронами. Тем более, я туда поставил уже мотор. 17 кобыл. Вот, спокойно можно на четвертой гонять. Как-то так.